Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Кланди Блейз, и добро пожаловать в этот краткий, наверное, может быть и нет, влог, в котором, который будет посвящен армии клонов и тому, как я ее, в принципе, обновил с помощью новых деталек, которые мне пришли недавно с Clone Army Customs и прочих сайтов, распаковку которых я уже тоже вроде как снимал. Точнее, как я ее точно снимал, не знаю, выложил я ее уже или нет. Я все за раз, так скажем, снимаю. Ну и, собственно, что мы имеем? Во-первых, эту всю пластину с клонами, которые, я боюсь, туда уже не войдут. Там места для них нету. Ну, во-первых, я улучшил свой, даже не знаю, какой-то легион. В общем, взвод под командованием клона травмы. Его так и впрямь зовут. Это тот клон, который был на планете, точно не помню, как называется. В общем, его убил Салаша Пресс. Ну вот, в принципе, по-моему, это батальон Иткота вообще, но его там не было. Вот, собственно, есть он сам, командор, также еще один разведчик с таким же шлемом, снайпер, вот, снайпер, также его один помощник и три обычных воина, клона. Так, далее самое интересное, это полностью кастомные фигурки, которые я, собственно, скастомил. Во-первых, это теневой клон Команда. Смотрите, какой замечательный. Вообще, одна из моих любимых, наверное, теперь фигурок клонов. С красным визором, все дела. Шлем, бэкпэк и бластер от Clone Army Customs. Туловище от Crosshair'а. И ноги от этого. Death Trooper'а, по-моему. Крутая фигурка, мне нравится. Далее, два клона Arf броне. Это у нас Vaxxer и Boyle. Джанзианские ребята, разве что цвет Clone Army Customs, видите, он отличается от леговского, но спереди это не так сильно заметно. Далее, Эхо и Файвс первой фазы брони, потом Эхо и Файвс, так, раз, где второй? Сейчас, так, вот второй, собственно, в арк броне уже. Вот Файвс, он у меня был, я его просто обновил чуток. И Эхо. Он у меня вот новый как раз. Далее Джесси тоже мой немного обновленный. Два клона раритетных во второй фазе брони. Вот для них шлема купил. Офигенные. То же самое можно сказать и про командора Вульфи с этим раритетным шлемом. Плюс сержант Бумер. Тоже такая вот крутая фигурка. С офигенным шлемом. Такой вот клон пилот. Тоже с интересным шлемом. Далее, наверное, вообще очень крутая фигурка. Это клон Jetpacker, но не обычный, а по Battlefront'у 2005 года. Удивился, когда нашел у Clone Army такой шлем. Еще давно, но тогда я еще не знал, откуда он. А потом, как понял, в общем, это офигенный шлем с зеленым визором. Я для него даже вот такую вот кастомную винтовку собрал, как в игре. И там еще тканевые такие вот элементы присутствуют. Ну и, конечно же, Форда. Первой и второй фазы брони. Да, особенно второй прям вообще шикарный. Смотрите какой. Ну и плюс из оставшихся деталей я собрал еще вот такого вот клона 501. Да. Плюс полностью кастомные фигурки, но я их уже показывал от Clone Army Customs. Раз Вульфпэкер. Такой вот. Два. Такой вот. Клон 5-го воздушного полка. Сержант Хаунд. И Commander Fox. Вот просто смотрите, этот кастомный, вот Clone Army Customs, и леговский. Да, сами думаю, видите. Ну и плюс я некоторые фигурки просто обновил с новыми шлемами. Вот тут Скорч, два Бомб Сквад Трупера второй фазы, потом Commander Бакара, так, ну здесь и Файвса я уже показывал, два Сноу Трупера, вот я бэкпэки новые поставил. Плюс один сноутрупер у меня, оказывается, был. Теперь он будет тоже в коллекции. Немного обновил Стартиллера, одного и второго. С этими новыми деталями, роб спадающих. Ну и еще я накину закастомил. Из тех деталей, что у меня, оказывается, были. Ну и, собственно, вот. Тут у меня еще некоторые детали. Шлема в первой фазе, различные оружия и кастомные детали. Но у меня уже туловищ не осталось, поэтому... Больше клонов собрать не получится. Тут у меня некоторые тканевые элементы остались. Тут еще один Энакин с каким-то странным лицом
другой я не смог найти. Ну и, в общем-то, да, такие вот мои новые кастомы. И не только кастомы, хотя это тоже кастом, в общем, не важно. Теперь я это все буду расставлять на пластинку. И после этого, скорее всего, сниму обновленный обзор на всю мою армию клонов. Надеюсь, она вся сюда поместится, хотя вряд ли. Ну, что ж, увидим. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока, друзья.